Добрый день. Сегодня хочу рассказать в своем видеоотзыве о паштетике для собачек Happy Dog, телятина с рисом. Код 0723. Вот он вот такой, упакована по 5 штучек. Вот такая вот. Вес 85 грамм в одной упаковочке. Сейчас будем вскрывать и пробовать. Вот так упакован. Вот такая штучка изнутри. Еще есть рекламка. Вот такой вот паштетик. Собачки очень ждут и плачут, хотят кушать. Сейчас будем пробовать. И кормить я попробую этим кормом щенков. Так как это паштетик, он очень нежный. Вот так я порезала. Вот такой вот. Он на вид. А сейчас буду давать деткам. Дети едят, а наша мама тоже очень хочет. Вот такой вот паштетик Happy Dog, производство Германии. Мы купили на сайте Шиншилка, и наши детки его кушают. Хотя он и для взрослых собак. Написано, что предназначен для щенков с 20 недель. Но так как он очень вкусненький и мягенький, я попробовала дать щенкам и 6 недель. Ну, едят чудесно. Так что спасибо Шиншилке.